Анна или как? Анна, да. Анна. Отчество, не знаю. Отчество, фамилия, ничего не знаете? А как же это у вас же, как вы работаете, вы не знаете, кто у вас руководитель? Только свои техники знаем, Сергей Викторович, все остальное зачем нам? Подождите, знаем. У вас один руководитель, а заставляет вас вот делать там, другой, да? Вот кто? Что-что? Это остальное, это тоже, да? Вы вообще, вы видите, что это полевые цветы, это цветы, как их можно... Как их можно косить, если это цветы? Это не газон, это цветы. Дикий трава, это какой? Это, да, вот именно это луговой газон. Его нельзя косить. Его нельзя косить. Косить можно только то, что посадили искусственно. Нам не расчать, может, потом скажете, еще уберите. А это все цветы. Вот там вот цветы, все под корень люди высаживали, и все цветы вы скосили. Вот там вот как раз. Ну вот смотрите, я говорю, получается так, что конечно, мы понимаем, конечно, что вот вам дадут потом автомат в руки, скажут, идите стреляйте, вы тоже пойдете. Я тоже пойду. Да? Да. Логично? Логично. Скажешь, начальник мне приказал делать, что же делаешь? Я вот, сократи. Мне за это деньги если платят. Если вы тоже понимаете, если оставляем, скажут, почему не оставили? Потому что 743. Будет штраф. Да. Вот. Это будет, правительства будет, во-первых, штраф им за это 350 тысяч. На организацию. Да, на организацию. С кого если возьмут штраф? Если мы не уберем это, нам будет штраф. Да, сначала будет штраф им, потому что они скосили луговой газон. А потом они это будут снимать с вас. Вот и все. А они вас используют под, так сказать, что это... Как хотите. Сколько вы зарплат получаете? Расписывайтесь. За сколько? 20, 18, 17. Расписывайтесь. А на руки получаете сколько? А это уже мы не знаем, сколько нет, вот государство дает. Нет, на руки вы получаете 20 тысяч. Да. А расписываетесь? 18, вы вообще не расписываетесь? Ага. Вам просто дают наличку и все? У нас нету бухгалтера, да, техника дает рука. То есть он наличку дает вам и все? Да. Не расписывайтесь даже нигде. Вот это черная дыра. Прекрасно, молодцы. Молодцы. Все как всегда. Ну, остальные, например, у вас, например, 60 тысяч оклад, например, а остальные там 40, они все на карман кладут. 30, да. Своим родственникам. Не знаю вообще, конечно, как вы так работаете. Сколько зарплата говорит? 30 на участок. Участок, если вы сколько-то, несколько участков, да. У вас может быть и 60. И 60, и 90. Да, и 90. Вот это сели Литовск вокруг троем делаем. Ну так я говорю, это у вас сколько участков здесь? Представляете, там очень много, да? Ну вот, вот и вы считаете, сколько вы на руки получаете, и сколько они себе на карман кладут. Они еще вас ругают и это. Естественно, вы же молчите. Вам достаточно, если вам достаточно 20 тысяч, я не знаю, конечно. Да, и по десятке скажу. Жить не пойми где, нормально. И как вообще. Вот так вот. Они уничтожают, потом это пыль, и потом все равно вот это вот все проплешины, это им будет штраф за то, что здесь хорошо трава растет, нужно наоборот радоваться. Да, не надо было. Вот так это красиво, это же это. Сначала да, не убрали, вот сейчас заставляют. Это луговое разнотравье. Которое должно оставаться навсегда. Никто не сажал эти, тем более под группой деревьев. Вообще нельзя косить ничего. Вот видит вот тот газон? Ага. Вот так должен быть. А кто так говорит-то? Он говорит начальство. Вот это должен. Анна, да? Нет, сверху тоже. Как? Же там. Все район сегодня и на все они, периметр. И они периметр. Все говорят именно да. Вот так вот, чтобы да. Все было ровненько. Сегодня да? Периметр, да. Каст надо. Сегодня. Они говорят, чтобы, да. Чтобы все было и ровненько, да. Прямо, именно ровненько, да? Чтобы ни одного цветка не было. Молодцы, конечно. Ну, ребят, не знаю, вы какой-то ерундой занимаетесь.